Перемены, связанные с новыми правилами и изменениями в административном кодексе, почувствовали и тысячи актюбинских водителей. Ужесточение наказания за нарушения на дорогах приносит свои плоды, считают полицейские. К примеру, по итогам года смертность от ДТП в регионе сократилась на треть. Елена Устимович подробнее. 7 января в Актюбе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники административной полиции следят за соблюдением правил дорожного движения, привлекают к ответственности нерадивых пешеходов, пресекают грубые нарушения правил дорожного движения. В последнем случае, согласно новым правилам, водителя лишают прав на длительный срок. В новом кодексе наказания по ряду статей значительно ужесточились. Управление в состоянии алкогольного опьянения, водители, будучи лишены, и также будут задержаны также в нетрезвом состоянии. Теперь он будет считаться как привлеченный к уголовной ответственности. За дорожное транспортное происшествие со средней тяжестью, то есть если потерпевшим причиняется вред средней тяжести, также будет возбуждено уголовное дело, и это с административного кодекса перешло в разряд уголовных проступков. Только за последние два дня свыше 20 нетрезвых водителей лишились водительских прав на 3 года. В общей сложности в поле зрения инспекторов попали около 1000 человек. Помогают полицейским и камеры видеонаблюдения. В городе функционирует около 100 электронных помощников. Еще 50 камер будут установлены в этом году. Ежедневно через видеокамеры выявляем около 70-80 правил дорожного движения на перекрестке или где установленных камер видеонаблюдения. А также по линии общественной безопасности выявляем, и лица привлекаются, соответственно, нормам КОАП. Актюбинцы на дорогах стали более внимательными. По итогам года отмечается снижение нарушений ПДД на 7%. В этой связи и смертность уменьшилась почти на 30%. Елена Устимович, Булатмул Дагалиев, Айбек Даутов, Актюбе.